11 июля 2022 год. Это якобы убранный строительный мусор, который был убран, о чем сообщала и префектура, и департамент природопользования, и Мосприрода. Вот куски асфальта валяются. Заброшенные куски под растения. Вот закупанное все. А это грунт, который был насыпан и размывается потоками воды. Не было вскопана земля, просто сверху засыпана. Вот он, строительный мусор, дальше пошел. Все под деревьями. Ничего не убрали. Кирпичи, асфальт, цемент, стекла. Сплошное вранье. Те же самые кустарники засыпанные. Срубленные деревья здесь же до сих пор лежат. Так, вторая часть у нас. Вторая сторона лестницы, но здесь вообще сплошной мусор строительный. Сплошной строительный мусор. Ничего не убрали. Я не знаю, как можно было отписываться так. Как лежал он, так и лежит. Кстати, вот там в глубине лежат доски с гвоздями. Напомню, что здесь рядом находится детская поликлиника. И вон там огромный кусок асфальта. Даже можно пройти посмотреть. Вот здесь вообще непонятно, что они тут сыпали. Что это за смесь такая. Так, ну вот он, строительный мусор здесь. Вот у нас и асфальт, и с этой стороны хорошо видно.